Так заканчивается заседание одного из муниципальных образований Санкт-Петербурга. Казалось бы, банальное мероприятие, которое должно было решить несколько вопросов, вдруг перерастает в эпицентр хаоса и нелицеприятного поведения. Хотя начиналось все довольно чинно. Но вдруг один из депутатов достал банку якобы с пожертвованиями на отпуск главе местного муниципального образования, зная, что в повестке дня есть вопрос о предоставлении очередного отпуска. Все скидывали сколько могли. Мы должны были сначала график отпусков принять. А мы его приняли. Меня вообще просто потрясает это. Когда вы бываете на заседаниях и даже не помните. Дело в том, что это очередной мой отпуск, на который я имею право. Далее эти два народных избранника все больше стали заседания превращать в фарс. Кто против, кто воздержался? Вы против или воздержались? Да. Что да? Против я или за, воздержались? За. За меня он. Да. Что это означает? Что это означает, сложно понять, но атмосфера все больше накалялась. И странно, что на это, по сути, рядовое мероприятие некоторыми депутатами были приглашены СМИ и жители этого муниципального образования. К тому же на этом заседании был поднят вопрос о якобы не совсем прозрачном начислении заработной платы главы муниципального образования. А как известно, зарплата чиновников – это самое будоражащее воображение обывателя тема. В конечном итоге многие заведенные люди потеряли над собой контроль. Никого не было. Одна Виктория была, да? Вы? Я была. Вы? Я была на сцене. В конце один из депутатов вывалил содержимое банки главе на стол. Мы не будем судить, кто прав, кто виноват. Выводы делать вам.